Впервые в Югре гонки и Кубка мира по лыжероллерам пройдут в нашем округе. После этапов в Швеции и Латвии спортсмены приедут в Ханты-Мансийск. В столице Югры 31 августа они побегут раздельный старт. Гонка пройдет в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. В первые дни сентября прямо в центре Ханты-Мансийска проведут спринт и масс-старт. Из Югры спортсмены отправятся на заключительный этап в Италию.